Хаг Шавуот. И праздник Шавуот. Зе ламод лифне Элохим. Это встать перед Богом. Ве лагид Аба. И сказать: Отец, тода леха авур Тора ве авур Руаха Кодеш. Благодарю Тебя за Твою Тору и за Твой Дух Божий. Тен ле акшав хохма. Сейчас дай мне мудрость. Ве тен ле яхолет лишфот эт коль маасим шели. И дай мне способность судить все мои дела. Ве таазор ли ласот тов ютер ми акшав. И помоги мне завтра делать лучше, чем я делаю сегодня. Таазор ли. Помоги мне. Ани роце лави леха пирот. Я хочу принести тебе плоды. Бекцара зе бидюк маше миткавен Шауль. Это вкратце то, о чем говорит апостол Павел Шауль. Когда он говорит о том, что Бог приводит нас из тьмы в свой свет. Я хочу ходить в твоем свете. Иногда очень тяжело. Потому что все мое родословие, все моя предрасположенность, все, что меня окружает, потому что они стремятся, пытаются разрушить меня. Это мир, в котором мы живем. Но в Писаниях написано: укрепляйтесь, потому что вы победили этот мир. Это Шавуот. Это сила праздника Шавуот.